Эй, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем пройти игру под названием Griffon Kings Epic. Окей, у нас осталось еще 3 уровня. Там еще 4 должен прибавиться у нас, финальный. Следующий у нас магичка. Энджела. Энджела у нас, короче. Дальше. Ну, если теперь у нас все будут по... так долго... Так, подожди, пока я не использовал тебя. Так. Теперь спутник. Гоп-оп. Не, ладно, я лучше спутника использую. Больше денег. Хотя я хочу и это попробовать. Зелье вот так. Я понял. Я хочу спутника деньги. А оружие я хочу меч. Тупые жабки. Так, окей, здесь у нас осьминоги, магические жабы. Заразы. Злобоглазы. Их так можно называть. Заметьте, что это у нас идет магическая, так сказать, локация. Но зато я так деньги могу пофармить. Типа, что здесь магическое? У нас магические ловушки, глаза. Это ж зародыши, как я понимаю. О, я понял. Я вас понял, опасная территория. Дойду до босса, сразу выхожу и восстановлю хпшку. Thank you.
Типа, он дает рандомные эффекты? Ну, мне давался этот эффект щита, мне дался эффект этого. Как он называется? Эффект щита мне дался. Эффект скорость атаки. Скорее всего, это он зелен мне дает. Халявный. Спасибо космосу, Кар. Сэр Оливер, это я, Кар. Ох, ты как... Какие у вас блестящие доспехи, Кар. Что? Ты? Кто ты? Волшебник Карлаль... Королевский волшебник, Кар. Юджиния, она Кар... Еп. Святая борода короля. Верни королевского волшебника, уродливое создание. Что? Я не буду притворяться, что понял тебя. Просто верни ворона или... Ладно, ты сама напросилась. Приготовься к бою. Ой, бля, я понял. Я не успел. Я что, виноват, что хил не использовал? Так. Убиваем, убиваем, убиваем. Так, жабу убили. Ага, не попал. Походу, по глазам можно понять, сколько у него хп. Тихо. Он почти нас попал. Ладно, буду меч использовать. И он нас опять словил. Чё за бредятина? Я не ту нажал. Тупая жаба. Ладно, повезло. Ох, спасибо, сэр Оливер. Как нам не... Но вам не стоило продолжать такой длинный путь ради моего спасения, Кар. Ну, по правде говоря... Вы должны остановить мою помощницу, она сошла с ума, Кар. Она выводит из равновесия планы и нарушает целостность вселенной, Кар. Планы? Целостность вселенной? Я скорее пойму ту уродливую жабу. Это не имеет значения, никакого значения, Кар. Просто доберитесь до вершины башни и приведу девочку в чувство, Кар. Приведите, может, Хорошо, я почти уверен, что дело в посох. Согласно моей теории, это связано с посохом из логова дракона, Кар. А теперь избавьте меня от созерцания этих блестящих доспехов, и я не могу сосредоточиться, Кар. И мы такие, как рыцари, летим в этот чертов замок. Так, а что у нас по хилкам? Мне нужно в хилку сейчас бегать быстренько.
Башня волшебника. А, так. Я подумал, это у меня микрофон шипит. Это на заднем фоне дождь или что это? Да, мы вернемся сейчас в этот, пока мы уже прошли, считайте, первый этапчик, так. У нас есть 1500, что позволит мне, во-первых, купить это. И да, наверное, скорее всего, если будет у меня 3000, я сразу себе улучшу. Так называемое. Да. Короче, руну на деньги. Магическая башня, пошли. Я вот не знаю, что будет, если у меня закончатся все контишки, поэтому я лучше буду скипать сразу эскейп. Ну, может быть, меня на карту будет выкидывать. Как вариант, слушайте. Нихера себе. Но это отсылочка к глазу, вот. Подождите, а я руну не находил, да, еще? Что это за херня, боже? И меня еще и убили, понимаете? Звуки странные. Не, слышите, это сильно, я вам скажу. Так, ну мы зато запомнили, что здесь у нас. Нужно было не атаковать. Нужно не атаковать их, наоборот. Так. Сейчас пускай восполнится у меня хпшечка. Ну не хпшечка, а мана. Лучше идти по безопасному пути. Я, конечно, не знаю, какой здесь безопасный путь. Не, ну вот эти черти, они довольно сильные, слушайте. А, меня все-таки еще и поцнули. Вот мне интересно. Да, походу, ноги тоже считаются как бы кикбокс. Хотя я здесь тоже мог бы пройти без урона. Ёб твою ж. Налево. Он у меня этот использовал. О, что новенькое. А, это еще плюс не уничтожается. Но лучше получить, как я понял, от молнии урон. Нужно будет, может, кнопку поменять. Вау, ты ж ё-моё.
Да ёлки-палки, это сложно. Манать. Я даже не удивлюсь, если я здесь умру. Блин, ну вот это тупо из-за того, что я хочу суперспособность использовать. А я хилку использую вместо этого. Да, и вот это хорошо, что у меня есть... Вот, так, начинается. Ну ладно, если что, я использую помощника. Ага. Зеленый путь. Либо синий. Давайте в зеленый. А если мне никакой не нужен здесь? Ну, это легко. Ой, там еще оранжевый вылетел. Но это оранжевый плюс Бенлада. Бенлада. Синий получается и красный. Синий красный. Теперь мне нужно Подожди, оранжевый. Там фиолетовый был просто. А, они сохраняются. Зеленый это красный. Синий. По идее, плюс фиолетовый. Ну, я тупой в магии. Отстаньте. Понимаете, фигня в том, что тут больше ничего нету. И это очень странно, потому что... А, теперь мне типа говорят, я могу идти в ту сторону. Хотя мы с вами еще не дошли до момента с щитом. Это, оказывается, был не дождь, а зубы этого челика. Ну, слушайте, здесь уже идут головоломки. Я понял. Ага, здесь, то есть, даже так. То есть сюда оно залетает, отсюда выпуливается. Это логично, что оно сюда должно попасть. Ладно, давайте мы пока что так и сделаем. Блин. Вот так вот. Но. Я же должен на этого челика освободить, так ведь? Это делается таким вот образом. Я только не знаю, кто это, конечно, но... Вот в чем.
Где кристалл? Я понимаю, что сейчас будет босс. А где кристалл? Где же она? Юджиния Фришенгуст. Девчонка. Девчонка? Как ты смеешь принимать меня за какую-то простую девчушку? Я самое умное создание в этой реальности. Я овладела всеми тайными знаниями в пределах досягаемости. И открыла портал в неизведанные миры. Я больше не просто девушка, я Юджиния, самая могущественная женщина в мультивселенной. Но ты находишься под властью. Под властью? Ха-ха, не смеши меня. Никто не в силах контролировать мой разум, глупец. Но я могу доказать это. Молчать. Какой нахал? Твое бормотание не значит ничего. Этот мир не значит ничего. Я использую его, чтобы пригласить друзей из других измерений. Ты не можешь этого сделать. Я не позволю. Ты думаешь, что сможешь меня остановить? Ты заплатишь за свою самоуверенность. Ага. Ага. Да слышите, это нихера, блядь, не смешно. Во-первых, у меня нету... Хотя... Только ее опасная форма это с жуками. Если по факту так посмотреть. А у меня варианты были. Блин, мне нужно как-то придумать, как это все провернуть. На самом-то деле. И какого черта у меня черный экран? А, все. А, так, то есть, нихера, чё так сложно? Мне главное... попадать под ее атаки, да и все. Бля. Вы думаете, это легко? Нихера, это головоломки еще те. А если вот так? Я понял вас. Даже куда вообще будет стрелять? Сюда, 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 сюда. Сюда.
туда, сюда. И туда. На самом деле, пока что она не опасна, здесь главное просто уворачиваться от шариков, да, и уворачиваться от атаки, которая следующая. Вот, от вот этой вот. То есть... Я что-то и забыл про твою... Вот это херово то, что она нанесла атаку, когда она уже спускалась. Так. 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 А, вот, вот такие вот моменты. Здесь нужно понимать, в какую именно сторону она пойдет. И про зелье я тоже уже понял, как мне использовать правильно. Именно зелье отравы. Поэтому... Не боись. А хотя у меня нихера, у меня контишек нихера уже нету. Здорово. Тихо. Так, зелье. Какого черта? Оружие, какого черта? Так, так. ГГ. ГГ просто. Тупое оружие. Я что, виноват, что оно сразу поменялось само? Меня еще и задамажило. Отлично. Так. 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 Ладно, и так сойдет. А, так я могу клонов не убивать. Так, 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 давай быстрее, сюда, сюда, вниз, сюда. Сюда. Ну что это было? Скажите, как я мог от этого вернуться? Сюда? А хотя у меня шировок есть, я что-то про него забываю. Да ладно, отлично. Даже можно было урон этот не брать. Нет! Этого не может быть! Ты не можешь обладать такой силой? Выходит, что могу. Закрой порталы. Никогда. Если не закроешь, я знаю того, кто сможет это сделать. Сэр Оливер, мне так стыдно. Не переживай, Юджини. Все будет хорошо. Тебе только нужно закрыть порталы. Но я не могу.
У тебя все получится. Ты же смогла их открыть? Я знаю, но у меня был посох, но он дал мне силу. Я тоже думал, что не смогу одолеть свою темную сторону. Но у меня был... Но у меня получилось. Ты сможешь. Вы правы, сэр Оливер. Я поищу в книгах учителя. И исправлю свои ошибки. А вот и я о том же. Только заберите этот посох у меня, пожалуйста. С удовольствием, Юджиния. О, и не забудь превратить учителя обратно в человека. Ах, я уже надеялась, что вы не вспомните. Хи-хи. Так, окей, у нас снова есть орудие теперь, но... Я так и руну не нашел. Нифига себе, что он делает. Так, ладно, полетели сразу в лавку, закуплюсь на следующую, так сказать, серию. Так, 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 ускорение. Хотя у меня была неуязвимость, нужно об этом не забывать. Я что-то про нее забываю, что у меня есть такая вещь. Но рун мы так с вами не нашли, да, ведь? Да, вон, руна. Тогда к следующей серии я заберу руну. Может быть даже... Ладно, я начну с того, что я нашел руну, да, дойду до какой-то контрольной точки и завершу. Так, справочник, поехали. Что у нас по справочнику? Так, персонажи. Юджиния. Юджиния — главная помощница королевского волшебника. Королевского волшебника. Она стеснительная, но очень спокойная. А способная чародейка. Зачастую учитель поручает ей всякую бессмысленную вроде убраться в лаборатории или сложить книги в библиотеке. Но она прекрасно понимает, что без нее в башне не было... Так, в башне бы царил хаос. Она первая на потоке закончила университет, но ее застенчивость не дает раскрыться тот огромный потенциал, который она обладает. Спасение принцессы стало для нее самым важным поручением. Так, и сейчас... Ага, королевский волшебник. Пожилой волшебник когда-то был самым могущественным человеком во всем королевстве, но возраст рано или поздно берет свое. Конечно, может, дело в вине или свире, в котором он со временем причастился. В то время как работало, стало для него рутиной. Только он об этом никому не говорит. Пришло время найти себе преемника или у короля, вросший ноготь, привел к развитию хронологического заболевания и требует особого внимания. Только он об этом никому не говорит. Юджиния — лучший кандидат на молодая и целеустремленная. Возможно, даже более способная к магии, чем он. Только он об этом никому не говорит. Королевский волшебник в форме ворона. Королевский волшебник был обращен в ворона, своей же помощницей. Она начала испытывать тягу к блестящим безделушкам. Он. И медленно теряет рассудок. К счастью, он не успел окончательно сойти с ума, и Юджини вернул его в облик старика. Ракетный рейнджер. Ракетный рейнджер участвовал во Второй мировой войне и сумел в одиночку не допустить альтернативного исхода, в результате которого его врага захватило бы весь мир. Во время своих приключений он сражался с националистами и даже путешествовал на Луну. Он стал героем видеоигры Rocket Ranger, вышедшей в 1988. Мишель Кристани. А Мишель родом из деревни Симфальвалом. Ей удалось произвести настолько революцию в стоматологии, когда ее деревня подверглась загадочному нашествию ее похитили и держали в заточении, пока сэр Оливер не освободил ее. После этого она отправилась в столицу, где встречала симпатичного викинга.
влюбилась и отправилась вслед за любимым в его родные края. С тех пор они все жили счастливо, так как у них никогда не было проблем с зубами. Я не знаю, кто это вообще, кого мы спасли. Давида. Дедлих. Так, это финальный уровень. Лорден, Давида. Юджиния, да? Парум Окулюс. Парум Окулюс, рожденный в измерении наблюдателя, который состоит из миллиарда глаз, является самым маленьким представителем семейства Окулюс и обычно используется в качестве разведчиков новых миров. Они первые прыгают в открытый портал, который когда создан с конкретной целью. Называется Окулюс Рифт. Окулюс. Все окулюсы родом из одного мира. Окулюсы среднего размера чрезвычайно подвижны и может использовать в качестве разведчика, наблюдателя. Пока неизвестно, кому передается информация, полученная окулюсами. Мальки Фрогмаса. Мальки Фрогмаса размером с обычную лягушку атакуют отправленными желчью, которая замедляет жертву. Они только и могут что исходить. Так, исходит желчь. Ядовитый гриб. Эти разумные грибы – результат влияния псионной энергии насекомых Адвена и башен мозга на обычных грибах, растущих в деревне. Магма Окулус. Больших представителей семейства Окулус обычно отправляют только в те миры, где с высокой вероятностью возможно господство. Они следят за источниками беспорядков в конечном мире. Говорят, что они управляют пару окулюсами и передают информацию своим хозяевам. Живая тюрьма. Эти создания служат в качестве ловушек для сил вторжения. Они берут контроль над сознанием, проходящим мимо людей, внушая им, что им будет намного комфортнее внутри клетки. Безысходное наступает, когда жертва входит в клетку. Живая тюрьма промывает ему мозг, а затем использует в качестве безвольного раба. Башня мозга. Это башенное чудовище родом из безумия, древнейшего измерения в мультивселенной, эволюционного в мозг настолько могущественный, что может выпускать дезориентирующий заряд, который нарушает связь между мозгом и мышцами цели. В своем измерении они служат высшему существу, Основная цель которой – свести с ума мультивселенную. Насекомые Адвена. Эти насекомые представляют из себя лишь панцирь, в котором содержится псионная энергия. Вне всякого сомнения, ими управляет башня мозгов. А периодически они выпускают чрезмерную энергию, образуя дезориентирующее поле. Если этого не сделать, их панцирь просто взорвется. Их задача – перенести мозг цели к ближайшей башне мозга. Пиджин. Военачальник из измерений наблюдателей, у которых в ходе эволюции появилось целое тело. Вокруг стреляющего лазерами глаза. Они обладают определенной степенью свободы. Но в конечном счете они лишь еще более крупная шестерка в безжалостном механизме захватчиков из другого измерения. Зубастая пустуля. Эти бедолаги представляют из себя псевдоживые куски плоти и используются в качестве строительного материала расы захватчиков, которые строят из них целые лабиринты, призванные сломить дух врага. Башня Уста. Этот монстр родом из того же измерения, что и башня Мозг, олицетворяет голод. Все, что от них требуется, пожрать или исходить желчь на все, что является угрозой. Они также находятся под контролем башен мозга. Электрод. Эти магические ловушки активируются в случае опасности. Были установлены королевским волшебником против драконов и других летающих существ. Он никогда не подозревал, что однажды они
вытворят его из его собственной башни. Фрогмас. К счастью для нас, Фрогмак оказался единственным полководцем, достаточно малькими, чтобы пролезть в портал в наш мир. Несмотря на это, эта огромная жаба захватила мир с садистскими наклонностями, которые путешествуют по измерениям и превращают любой найденный мир в большое болото. Фрогмас родом из земляного измерения и особенно любит перекусывать жителями захваченных миров. Виржиния Френгуста темная. После получения посоха Крафта ее сила возросла, прямо пропорционально ее амбициям. Она превратила свое домашнего хамелеона Фафнира в дракона, а бывшего учителя в ворона с седой бородой. Ее очень заинтересовала найденная книга о природе параллельных миров. Она стала равнодушна к привычному миру, заперлась в своей башне, которую наполнила ловушками, и начала разрывать вселенную на части, попутно приветствуя множество гостей из других миров. Благодаря ей реальность находится на грани разрушения. Я, короче, одну вещь понял, что, скорее всего, секретка была в стекле. То, что я мог лучок, да, вот тот луч, пульнуть туда в стекло, и, может быть, в стекле там было что-то. Катариста с снаряжением. Никто зашел. Так, у нас осталось снаряжение, и у нас остался... Манать горло что-то дерет, пиздец просто. Посох Крафта. Этот посох из магического камня выбор настоящих стратегов. Он стреляет маленькими зарядами, которые превращают в столб магической энергии. Все, что касается его, получает урон, поэтому посох отлично подходит для защиты или тактических нападений. Ну, я, получается, рели, да, не нашел, да. Я ничего не нашел. И у нас осталась локация. Горы Дудлих, да, были? Нет. Вот это. Деревня Симплехурла. Большинство жителей королевства живет в деревянных вроде Симплехурла, где они наслаждаются размеренной жизнью и садоводством. Даже когда королевский волшебник на старости лет построил башню, в этой деревне она осталась такой же тихой и спокойной, если не брать во внимание периодические взрывы и тучи ядкого дыма. Ну что, в принципе, на этом мы заканчиваем, поэтому всем спасибо за просмотр. К следующей серии я, наверное, буду там, где у нас камень находится. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!